буквально 17 лет назад я отметил эту дату и понял, что есть жизнь после 60. Есть и неплохая. Огромное спасибо всем, кто сегодня находится в этом зале, кто приехал разделить с нами наш юбилей. Постараюсь вспомнить тех людей, которые стоят за этими результатами, за открытиями, за свершениями, потому что, конечно, люди – это самое главное. Дай Бог всем вам долгих лет успешной работы в лаборатории нейтронной физики. Мы хотели бы отметить и пригласить на сцену, поздравить и поблагодарить тех, кто стоял у истоков лаборатории. Лучшие музыканты нашей страны. Объединяющие все поколения, от представителей старшего поколения до молодежи. Оркестр Игоря Бутмана. Встречайте! Встречайте!